Здравствуйте. Как правильно определить транзистор и где у него какие ноги? Значит, правильнее всего использовать транзистор-тестер. Снизу у нас показывают ноги, а на картинке в квадратиках выделены ноги и объясняется, что это за ноги. Я сейчас быстренько элементы повставляю, мы увидим, как... Так, вставили. И попробуем за минуту все, что у меня есть, определить. Это биполярный транзистор МПН. Ножки вот где какие расписаны. Даже на картинке нарисовано, как это должно быть. Это мосфетовский транзистор P-типа. Ножки вот 1, 2, 3 здесь написано. 1, 2, 3 здесь написано. Следующий смотрим. Так. И никаким этим самым мы быстрее, да, NMOS. MOSFET N-типа. Ну вот и давайте попробуем последний. Да. Опа. Вот биполярный.